Гайд проверки эффективности метода изучения Python. Проверь себя. Здравствуйте, ребята. Итак, выбираем первый метод. Не, это не плохо, не хорошо. Просто есть метод. Обучение по книгам. Ребят, один вопрос. Если вы делали действие, допустим, скопируете, вставьте код и понимаете наполовину, проверьте себя так. Зашли в исходный код, вы его читаете, значит, метод сработал, не читаете, значит, все не так. Время потрачено зря. Вы просто знакомились с Python. Учитесь на курсах, все прекрасно. Вы сказали, станешь разработчиком, мы тебя порекомендуем, потому что вы так прочитали. Послушали лекции, прошло несколько месяцев, написали вы там YouTube, ВКонтакте, Facebook, в результате ваши действия заключались в том, что вы копировали код, сдавали работы, а сами написать ничего не можете. Проверяете себя. Заходите в исходный код, проверяете. Читаете код, значит, все нормально. Не читаете код, значит, метод не работает. Решали примеры. Все нормально. Неплохо, нехорошо. Решали примеры, решайте дальше. Открываете исходный код, читаете, все прекрасно. Не читаете, значит, метод не работает. Послушали лекции Python, почитали обзоры и все прочее. Открываете исходный код. Если читаете исходный код, значит, все нормально. Не читаете, значит, все не так. В чем проблема? Проблема в вашей системе работы с кодом. Если ваши действия следующие, вы получаете исключение и сразу идете на переполнение стека, это и есть ваша система работы с кодом. Вы не хотите думать. Открывайте исходный код. Что здесь есть? Смотрим. Все банально просто. В чем заключается моя система? К сожалению, я ее понял только 9 лет, примерно 9 лет преподаю. Итак, пожалуйста. Это функция. Это класс. Это метод. Это экземпляр. Моя система проста. Есть гайд по языку. Мы выбираем всего 4 конструкции. Функция, класс, метод, экземпляр. Нам надо ответить примерно на 400 вопросов и написать примерно 7000 строк кода. При этом разобрать очень простые вещи. Что общего между функцией, классом, методом, экземпляром? Разница станет понятна. Я вам скажу, что они работают по одним и тем же принципам. Если вы все учите по отдельности, все остальное в языке – это логика. Ссылка. Индивидуально. Ссылка на эту статью. Если в данном случае я показал на примерах кода, на примерах Django, что такое объект. Мы разбирались месяц, но мы это читаем, видим, можем написать, можем рассуждать. Пожалуйста, все просто.